Аржин пурныш тереги дезе агалдень галаман ваттызем. Анжақта тереги ширы пулдыр дезен сывлыха упрама врень милле. Шубашкарда аржин пурнышне вырмлада стелешпе наукба практика конференции иртерджиш. Чуваш Янри Тухтарзембе Берлех Тельбулова Рашей Сывлых Сыхлав Министерствен Эщене, Шержеври Радиологи Тепчер Центрен Филиален Ердужи Олег Аполихин Дагучунджа. Республика Бушлагибе Михаил Игнатьев Павезем Чуваш Янри Пурнаганзень Сывлыхне Упрасыбечега на Юдузене Суцеврич. Пирен Тарахрищензень Ватамемерыщ Тмелегищ Тмельвичич Жулажидей, Кунбек Пазакадардуха Личем Пачах Пулман. Арчензень Арбайне Упрама Сывлыхне Перегетлиме Майпараган Программа и Жены Дегры Видим Греть. Пальдер Падембеша Аксене Думахере Гулда Миллион Деньги Пахсахварна Булна. Азана программа регионда ежина демография нации проект тебе тюргелеть. Наукова практика конференции инже шаг тэлеве пурнышла себе шеганда пальдеры шли иду и сене пахсаду хрэш. Шлеме был дараган юземри аржин варага гайса чиле сенчэнь сыгады мала. Кунда вара шинран хэнчэнь дену май гелеть. Онзартран чире гайса е рехсара пирус турца шинзэм вагат сар хэзэнь эмарне кэскэдэшэ. Терес абатлан манны, спортпат услу был манны, пурнма чарма в гюриген салдавзэм. Пачал хэнчэнь вара темлэх шул зэрэнь юсэ бурэть. Хэжал чаваш республик инже сывлых сыхлавин тэдэм 21 миллиард тенге уйраше. Чаунбеге пызык технологи леп медицина хадерзен ваилзе бураше. Шурлаганзен ешни остерес тезе пачалах хушмабул жобарать. Россия Федерации президент Владимир Владимирович Путин пирен адра тептелеу лартры пирен халага упрамала дезе. Влажи орган зенде, ша в наш калах Россия Федерации шины зенде. Ша в намайн, ша конференции зен мурлы, ебир халаг патнет тада итларах информации чидерзе, анландарашен, халашен, взене ебир анландарзе, Телеве бирин менре халаха упразах варасы. Шамрак синеде, ват изенеде. Кжалдан пушлаза республика пушлене хушевы бе шамрак шем езене ядарлы сертификат параше. Он ба мажарзен пар жолдалык тулезер пульгенле медицина полуживе ильме булдараше. Республика Каларамбале, Георгий Смирнов, Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев.